Мужик, короче, приехал в деревню. Ну, такой, дай, думаю, схожу в колхозный бар. Приходит в бар, садится, закусывает, выпивает, в общем, общается с народом там. Ну, смотрит, такая ситуация. Один мужик отрубился. Его резко хватают, короче, за руки, за ноги и уносят. Он спрашивает, а что это такое? Он говорит, да не обращай внимания. У нас тут в деревне такое обычай есть. Тот, кто отрубается в баре, того, короче, насилуем. Он такой, да как так? Он говорит, ну а что, вот деревня у нас небольшая, баб мало, ну что-то делать надо, вот все, такое обычай, он уже испокон веков, так что не обсуждается. Он такой, да ты не переживай, ты пей, что ты расслабляйся, что. Ну тут дальше пьет. Хуякс отрубился. Такой раз очнулся, смотрит, его уже за руки, за ноги несут, он, эй, мужики, все, я очнулся, все, отпустите меня. Да ладно, мужик, расслабься, мы тебя уже назад несем.